Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть растения против зомби-герои. И у нас задание зомби, 37 глава, на вулкане не до отдыха. И перед началом маленькая реклама. По ссылочке в описании вы можете пройти на наш паблик. Растения против зомби-герои, колоды и тактики. Тут у нас есть аккаунт с 10 героями, можете купить. Мы можем поболтать на разные темы. Можете гемасики купить. Вот 500 гемов, допустим, стоит 150 рублей всего лишь. Но есть, конечно же, и еще более интересные вещи. Допустим, пока что идет регистрация на турнир. Я, конечно, не знаю, когда этот видосик выйдет, но, может быть, тогда уже турнир начнется. Ну вот, но чтобы, допустим, следующий не пропустить, вы обязательно подписывайтесь. У нас новая рубрика. Вот. Так-так, гайды. Гайды герои. Переходите, сами прочитайте, все увидите. Вот такой вот виноградик у нас сегодня вышел. Красивый. Сравнение винограда. Новые, конечно же, новые персонажи третьего сета. И вот такой еще у нас фан-арт. Очень много интересного. Переходите, сами все увидите. А мы с вами продолжаем. 37 глава. На вулкане не до отдыха. Так, пенек против пенька. Ну, давайте оставим. Так. Давайте 50 оставим, окей. Или давайте лучше выберем мы сами, наверное. Так, все ваши базы. Ну, давайте бесенка. И нам нужно, наверное, все-таки дополнить полностью эту колоду. Что там нам не хватает? Ну, это крайне редкие и по 1000. Давайте дополним. Пускай все будет. Что это такое, ребята? Что это было? Ну, окей, случается. Сейчас перезайдем. Все очень быстро у нас произойдет. Так. Так. Надеюсь, то, что я купил, сохранилось. Нет, на самом деле не сохранилось. Информация. Создать. Окей, создали. И у нас тут еще производитель гробниц. Давайте создадим. Пускай все у нас все будет много-много. Гемы у нас есть. И у вас тоже может быть, если вы купите. Так, у нас. И поехали. Выполнить миссию. Капитан Огонек против бесячества. Ок. Так, у меня тут заявочки есть, оказывается. Надо их, наверное, принять. Или кто-то онлайн просто. Сейчас узнаем. Да, кто-то онлайн просто. Ну, окей, так. Так. 5, 1, 4, 2. Ну, норм. И самое лучшее, это, конечно же, вот эти маленькие бесята. Грибной дождь. Во время этой миссии Сапровик появляется на случайной линии. Во время каждого хода при игре зомби любое растение получает плюс 1 единицу. Угу. Ну, окей. Ну, сапровик, я думаю, нам ничем не помешает. Пускай пока что будет. При появлении зомби, получается, они получают урон. Отлично. 18-20. И, получается, нам обязательно нужно ставить. Да, при появлении на ландшафте заморозка растения. На ландшафте, когда на каждом ходу зомби наносит урон, впервые все растения получают 1 единицу урона. Ну, давайте поставим. Так, вот растений. Угу. Ну, ничего. Так, у нас есть ландшафт. Так, сапоровика нам же нужно, в принципе, уничтожать, поэтому давайте пока что мы будем потихонечку ставить. Так, это у нас кто? Растение получает плюс 4. Да. Что это за борщ? Так, ну давайте 50 поставим, окей. Отлично. О, нифига себе, смотрите, что мы сделали. То есть любое растение получает. Прикольно. Любое растение получает у нас урон. Это очень интересно. Давай, сапоровик, появляйся. И сейчас мы тебя очень быстро уничтожим.
Так, у нас есть там ландшафтик, сейчас мы его используем. Отлично. Так, что это он у нас дает? А, лазерная установка. Зомби получает способность кровожадность и прочерк. Ну, окей. Сражение. О, сейчас у нас бананозавр получит один урон, и это будет очень круто. Нам нужно... А, в принципе, мы справляемся, да. Ну, давайте мы, получается, будем использовать, к сожалению, не по назначению. Но они сейчас должны сдохнуть у нас, по-любому. Если там пенек не вытянет карты. Так, ну, растение получает плюс 2. Так, раз урон, 2 урон. Так, а второй почему не получил? А, ну только один получается. Ну все, понял. Понял, принял. Так, 13. Блин, вытягивает карту, наносит 3 урона. Охренеть, сейчас мы с вами получим. Ну ладно, хоть блокировка. О, это победа. Отлично, отлично, отлично. Ну вот так вот очень быстро, в принципе, мы с вами справились. Давайте лайки ставим. И подписочки, колокольчики нажимаем. Продолжаем мы с вами. У нас второй уровень, 37 главы. Также давайте с помощью бесят. Ночной колпак, бесячество. Ох, сейчас грибочков будет дохренище. Так, меняем, меняем. Тоже давайте поменяем и поехали. Вот это прикольная карта, кстати. Так. Ну, то же самое. То же самое и ставим. Так, продолжаем. Приемов нету. Так. Ну, мы все так же. Ход растений. Отлично. Сейчас мы вытянем карту, которая стоит вроде бы дешевле на один мозг, да? Да, отлично. Это круто. Это очень даже круто, ребята. Так, сапоровик. И... Ну, давайте пока что ниндзя поставим. Так, 3 единицы. Ну ладно, ничего страшного. Сражение. Вытягиваем карту. Что там интересного? О, это у нас киборг. Киборг, что ли, какой-то? Зомби-киборг, да. Так, давайте-ка я еще раз прочитаю, что этот зомби-киборг делает. После уничтожения получает получение мстящий киборг. Охота. 5 на 5. Ага, очень интересно. Так. Абракадабра. При нанесении урона растению героя наносит 3 единицы урона случайному растению. Очень круто. Ну, давайте киборга сразу же ставим тогда. О! Минус 1. И поехали. Блокировка. Снова вытягиваем. Кто это у нас? Небесный смотритель. При использовании на ландшафте уничтожает растения на этой линии. 2 или меньше. Угу. О, вот это, кстати, интересная карта. Вот это. Но я, наверное, лучше всего использую, давайте, смотрителя. Хотя не стоило бы. Но я хочу поставить ландшафт. Кого же? Смотрителя? Окей, так.
Так, так, так. Ставим. Это у нас зона 22. 3-6. Кровожадность нам пока что не нужна. И сражение. Сейчас мы опять с вами вытягиваем карту. О! Это хорошая карта. Это у нас криогенный снежный человек. Короче, если заморозка происходит, у него плюс 2. Плюс 2 же, да? Блин, не то нажал. Да, плюс 2. О! Звезда двойная. Отлично. И можно еще поставить бесенка. Для того, чтобы уничтожить сапоровика. Эх, блин. Печалька. О! Мы победили, я так понимаю. Сейчас посмотрим. Если блокировки не будет, то победили. Эх, блин, блокировочка. Ну ладно, мы размещаем ядовитый гриб. Ну, счет у нас 25 был. Но сейчас, конечно, статистика у нас испортится, блин, 3, минус 3. Итак. Давайте. Заморозим кое-кого. Давай, сапоровик, сдохни. Отлично. Надгробие. И поехали. О, лев-король. Рикошет. И... Да. Так, тебя мы заморозим, льва-короля. Отличненько. И... Поехали. Ну, победили уже, победили. И у нас 10 урона, отлично. Красавчики просто. Мы победили. Так. 37 глава. На вулкане нет до отдыха. И мы продолжаем. Пенек. Капитан Огонек против бесячества. Вот сейчас посмотрим, что там опять у нас будет. Какие же подставы у нас там будут. И давайте поменяем одну карту и поехали. Хорошее начало. Мелкие карты, это очень хорошо. Растения такие дружелюбные. Только посмотрите, как мило общаются капитан Огонек с Бататом и Пятистрелом. Отвратительно. Положите этому конец. Окей, и грибной дождь, окей. Так, что я могу вам сказать? Будем рассчитывать на то, что сейчас 5 стрел у нас сдохнет. Отлично, отлично, отлично. Это просто изи. Это лучшее, что могло случиться. Сражение. Так, нам бы двух бесят сразу кинуть. Вот это было бы мощно. Так, кидаем. О, давайте вот сюда и... Кто же сдохнет? Эх, батат получил. Ну ладно, ничего. Сейчас сапоровик у нас получит. Сражение. Так, 2-1. Ну, давайте здесь пока что поставлю. 16-15 счет. Мы типа пока что проигрываем, но ничего. Три урона. Давайте кость. Мы с вами в надгробии запрячем все это дело. Поехали. Сражение. Блок и плюс 4. Давайте-ка мы с вами поставим вот сюда. Плюс 3. Звезда.
Итак. При появлении на ландшафте. У нас нет ландшафтов пока что, к сожалению. Поэтому придется сделать вот так. Ну, давай. Гора Хострел, если сейчас сдохнет, то будет это круто. Бонусная атака. Давай. Эх, блин. Кого заморозить, интересно, ребят? Подскажите. Кого же заморозить? Ну, давай тебя заморозим, окей. Поехали. Ну, отлично. Пошли у нас мелкие карты. Наносит 3 единицы урона. Сразу же прием уходит. Это плохо, конечно же. Так. Ноль. Надгробие. Вот это нам нужно как раз таки. Давайте вот так вот сделаем. И кто же сдохнет? Вот, отлично. И 6 атаки. После надгробия мы получаем сколько? Плюс 1 всего лишь, да? Ну, один хрен сдохнет. Поэтому пожертвуем вот этой картой. Это у нас абракадабра. Поехали. Ход растений. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Опасная штука. Ну, отлично, отлично. Сейчас избавимся от мускулистый. Кто? Как его там? Ну-ка. Мускулистый росток. Так, 15-11 счет. Пока что побеждаем. Все окей. Так, тоже надгробие. И кто же нас получит? Отлично. Ход растений. Так, сейчас появится... Оу. Это плохо. Охренеть. Ну ладно. Так, ну получается, они сейчас всех уничтожат у нас, да? А сами останутся живы. Хреново дела, хреново. Очень хреново все. Так. Надгробие, заморозка. Ну, давайте поставим вот сюда. 5, да? 1 сюда. И ход растений. Ну, охренеть. Ну, давай, один клан на нас, если сдохнет, то будет классно. Давай. Да, блин, что за херня уж. Так. Нам нужен был же этот. Да, я не вовремя. Не вовремя, надо было сначала же поставить, потом только уже, чтобы она появлялась. Ну, накосячил, ничего страшного. Проскок у нас. 3. 8-13 пока что. 10-6-8. Так. Так, сейчас если выйдут бесята, то это будет круто. Потому что при первом ударе у нас будет блок. И... давай, есть, отлично, отлично. Сейчас, возможно, мы убьем двоих клананасов. Это будет круто. Так. Кто сдохнет, раз, и... Да, блин, что за невезуха? А 7 получает плюс 2. Это 5 получается, да? Да это вообще какой-то беспредел. Да, ну все, мы проиграли. Проиграли, что мы можем? Мы ничего не можем сделать, к сожалению.
сражение. Но, в принципе, ребята, вариант с бесятами неплохой, потому что мелкие карты, это тоже неплохо. Их можно ставить много. Давайте повторим, попробуем. Капитан Огонек, бесячество. Так, нам нужны мелкие карты. О, неплохо. Поехали. О, и сразу же у нас Так, клоны, да? Тройная угроза. Ну, давайте сделаем тройную угрозу. Окей, ход растения, что там будет интересно. Растение получает плюс 4, ну, хотя бы плюс 4 атаки. Надеюсь, мы сейчас все-таки затронем пятистрела. Но. Раз, два, отлично, отлично. Это круто. Это круто, сражение. Так, и давайте-ка этим сами поставим пока что усатого. Как его там зовут? Самозванец, окей. Кстати, можем еще одного самозванца поставить. И поехали, ход растений. О, еще один тут батат. Сражение. Плюс 2 получает растение. Да, вот сейчас у меня карты закончились. Ну, в смысле, некуда. Нечего некуда ставить. Итак, это у нас зомби получает способность... О, отлично, отлично. Способность прочерк. Вот так вот мы сейчас сделаем. И одним разом всех убьем. Сражение. Так, проскок. Все сдохли, отлично. Наносит 3 единицы урона. Ох, блин, а... Хитрец. Ну, пока что будем делать защиту. Раз. И два. Блин, надо же было поставить ниже. Че я тупанул, блин? Надо было ниндзя поставить. Так. Ну, разницы нету, в принципе. Любое место можно поставить. Сражение. Вытягиваем карту. Давай что-нибудь вкусненькое. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Так. Проскок 2. Очень интересно. Вот тут у нас, ребята, прочерк, кровожадность. А нет, это другое у нас получается. Окей. Так, нам бы, конечно же, получить... Ну, давайте ниндзя поставим. Здесь... Поставим мы с вами, блин, амфибия бы нам было бы хорошо. Проскок 2 еще сюда сделаем. И поехали. О, это у нас электростанция же, да, в горшке? Да. Поехали. Сейчас мы этого... Бонусная атака. Ах ты, блин, хитрец, а. Да, хитро-хитро. Счет у нас 3-10. Блин, опасно. Так, бонусные атаки. Надеюсь, у нас больше бонусных атак не будет. И на всякий случай мы поставим... Вот. Тебя. Потом двойная. Да, двойную звезду все-таки надо поставить. Поехали.
Хотя бы в начале у нас будут большие уроны нанесены. А лучше всего, конечно же, двойную звезду надо было поставить в самом конце. Ох, опять ты. Отлично, отлично, отлично. Это очень круто. Так, поехали. Ок, ок, ок. Один. И все, в принципе, это, наверное, победа, можно даже сказать. Потому что... Так, хорошую карту вытянул, но я его уже не смогу использовать по назначению. Вот последний у нас кто был? Межпланетный гладиатор. Вот его использовать вот с этим приемом вообще будет круто. То есть не получает уязвимости. Но мы сам, на самую первую линию ставим, конечно же, прострел. Проскок. Проскок, окей. Ну, ландшафт сейчас заморозочку. И бесенка для... доп урона. Ход растений. Но если сейчас не будет, все растения получают плюс 2. Это вам не поможет. Абсолютно никак не поможет. Главное, чтобы бонусных атак не было. Наносит... Ах, блин. А, мы сейчас его заморозим. Подожди. Мы его замораживаем. Отлично. И... Так, это у нас зомби здесь получает проскок. Вот, отлично, отлично, отлично. Получаем мы с вами проскок. И можно еще... Ну, на всякий случай, окей. Отлично. Можем еще разочек вот так вот сделать. Давай еще одну такую же карту. Поехали. Сражение и победа! Победа! Все круто! Мы выиграли. Хорошо, что у нас заморозка была, а то так бы просрали и была бы вообще беда-беда, конечно же. Так, ну, я полагаю, давайте, наверное, в следующей серии мы уже продолжим эти два уровня. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Делайте репосты, пишите свои комментарии. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока-пока.